Хотя не просто дается агропромышленному комплексу столь стремительное масштабное обновление молочной отрасли, но работа движется. Не такими темпами, конечно, как хотелось бы, но все-таки Брестская область занимает лидирующие позиции в республике в этом направлении. В 2013 году была проведена большая работа, поэтому и результаты высокие. Из 188 планируемых квоту молочно-товарных ферм на 1 января 2014 введено в строй 95%. Конечно, причины недостроя были и остаются объективные и субъективные, но можно вычленить основные. Во-первых, основная причина – это нехватка средств. И вторая причина – человеческий фактор. Значит, где-то упущение, скажем, со стороны руководства районных исполнительных комитетов, со стороны руководителей хозяйств. Но как основная причина – недостаток денежных средств. Для уменьшения нагрузки на сельхозпредприятия часть средств изыскивается в бюджетах областей. К тому же работы на объектах в основном ведутся хозяйственным способом, что также позволяет их удешевлять. Следует отметить, что одним из первых в республике действенную финансовую помощь хозяйствам оказал Брестский облсполком, выделив для проведения реконструкции молочно-товарных ферм немалые средства. Но построить и отремонтировать – это лишь часть большого дела. Надо еще заполнить комплексы высокопродуктивным поголовьем, обеспечить квалифицированными специалистами качественными кормами. Вот здесь есть пробелы, на которые руководителям хозяйств стоит обратить внимание. Так, в части ферм отсутствует компьютерное обеспечение, нет селекционных ворот, не ограждены фермы по периметру. Есть вопросы с заполняемостью ферм. Значит, где-то по снижению продуктивности производства молока. Значит, так, на 22 фермах продуктивность молока составила за 2014 год ниже 3500 килограмм. Экономическая эффективность производства молока – вот в чем заключается главный смысл государственной программы. А для того, чтобы все сошлось в одно целое – реконструкция, строительство, модернизация – необходимо к делу подходить ответственно, так сказать, закатав рукава. Тогда и толк будет. А мониторинги специалистов госконтроля лишний раз подстегивают быть начеку и в полной боевой. Когда в хозяйстве порядок, не страшны ни мониторинги, ни проверки.